Уважаемые инвесторы, 4 марта 2024 года, на экране валютная пара US-доллар к российскому рублю. По данному активу ожидаю дальнейшее снижение. Как я уже и говорил в прошлых прогнозах, что нельзя исключать роста к отметке 98 рублей. Вот. Но это такое, скажем так, это чисто... Нельзя исключать, это значит, все может быть, это рынок. Вот. А здесь, значит, были предпосылки на коррекцию, вот она произошла. Здесь были предпосылки на коррекцию, она не произошла. А это значит, говорит о том, что все равно. Вот. Тут нужно было просто немножечко еще вот хомячков набрать. Вот здесь у меня получается месячное такое сопротивление. Цена пробила месячное сопротивление, но не смогла протестить его. И поэтому можно смело говорить о дальнейшей коррекции. То есть цена провалилась. Вот. Возможно, да, она еще раз попытается ее протестить. И еще раз говорю, то есть возможно при втором тесте она сможет ее пробить. Прийти к отметке 98, но потом она все равно камнем вниз, молотом вниз ушатает всех, куда нужно. Вот, поэтому будьте тут, ну, аккуратны. Вот. А что касается некоторых акций, ну, то, что US-доллар там будет слабеть, это не всегда плохо. То есть очень многие активы американских компаний будут расти в цене, а очень многие будут падать, да, то есть вот. И также с рублем, то есть рубль сейчас будет укрепляться, поэтому я предполагаю, что такие активы, ну не только я предполагаю, вот, но в том числе я предполагаю, что такие активы, как там Сбербанк, Лукойл, они все будут корректироваться, причем так значительно. Прогнозы вы все уже знаете, то есть я их выставлял давным-давно, я их в прошлом году еще выставлял. Все они в силе, поэтому нужно очень долго, очень внимательно наблюдать за каждым прогнозом. Что-то срабатывает, что-то не срабатывает, что-то срабатывает в обратную сторону. Это не значит, что прогноз неправильный, это просто значит, что рынок пошел, ну, против людей, и все. Вот. А цена должна будет все равно к своим отметкам прийти и там уже забрать то, что нужно. Вот. Вообще, бакс я жду на 67, это минимум, как в эту зону, вот, поэтому тут коррекция произойдет очень страшной, на мой взгляд. То есть моя интуиция подсказывает то, что коррекция будет очень сильной, очень быстрой, стремительной, просто для того, чтобы уничтожить ваши все деньги за короткое количество времени, вот. Как только цена пробьет отметку 83, неважно в какую зону сейчас, да, тут важно то, что она захочет все равно еще раз вырваться и не сможет этого сделать и просто повалится вниз. Вот, поэтому вот такие моменты, ну, нужно учитывать, да. То есть, почему молотом вниз? Ну, потому что цена очень долгое время росла, очень резко росла, вот. А это ненормально. То есть, когда такой актив, как валюта, сильно, быстро и резко, ну, набирает рост, и на этом зарабатывают очень многие неимоверные там суммы, это ненормально. Это значит, что те, кто тут заработал, вот от этого уровня, давайте возьмем, вот здесь многие бежали с рынка и кричали: ой, все, баксу конец, вот. И вот сюда мы приехали. Ой, подождите, ничего не видно. Так сделаю. Так, сейчас мы посмотрим, вот сколько тут вышло. Ну вот, до ближайшей цели у нас выходит
400 дней 100%, да, то есть для валюты за 400 дней сделать 100% это просто, ну, космические суммы. Вот. Поэтому коррекция должна быть такой же космической и чувствительной, чтобы просто уничтожить все деньги. Вот. Поэтому тут нужно, ну, как бы понимать вот эти моменты, да. Если, допустим, вы сидите в таких активах, как Сбербанк, Лукойл, там, Роснефть, Татнефть, что у нас еще там, Башнефть, очень многие у нас находятся на таких своих максимумах. Вот, то есть я бы, но я, во-первых, в них не сижу, мне там задумываться даже и не о чем. Вот, мне даже до лампочки, куда они там будут падать, и когда они будут падать в цене, я тогда и буду уже думать, где покупать. Вот, когда все будут с корабля бежать, я уже буду задумываться. А так я бы вот задумался на вашем месте, да, почему сейчас такая интенсивная происходит реклама от доброго банка, где они там говорят, вот золото классное, вкладывайтесь в золото, вот там акции Сбербанк уже растут так долго, да вы что, это будет происходить бесконечно, еще, наверное, лет 10 подряд. Вот, да, будет происходить, но только без вас. А, вот, желательно без нас всех вообще инвесторов. Вот, поэтому, ну, возьмите вот это во внимание. Движение я уже указывал. Глобально, смотрите, если рассмотреть график, то те, кто прошли обучение, они, конечно, многое уже поняли и знают. Вот, смотрите. Покажу вот таких пару маленьких, допустим, простых секретов, которые здесь может сформироваться двойная вершина. Вот она. Ну или такая чуть-чуть кривая тройная, но скорее всего на месячном фрейме может сформироваться двойная вершина. Вот. Далее может сформироваться двойная вершина на месячном фрейме такого типа, что я, как и говорил, к отметке 96-98 придет, и только потом отсюда просто уничтожит весь капитал людей. Такая может сформироваться, да? А вот. А может, я уже давно-давно об этом писал, есть прогнозы, я найду сейчас прогнозы старенькие в этом. Ну, в Телеграме, и добавлю их тоже, как ссылочку добавлю, чтобы вам можно было видеть, что я уже давно об этом писал, что я говорю, возможно, даже они замутят такую тройную вершину, да, то есть еще пару месяцев поддержит и потом просто уничтожит вообще всех. Вот. Где? Нет, не сюда, извините. Вот сюда, следующий этот. Да, то есть вот так может произойти. Вот, поэтому трудно сейчас вот прям сказать, реально трудно, потому что такой актив, как валюта, я говорю, он имеет право, но это ненормально, когда он так быстро растет. Вот, все же, ну, на рынке расстраивается, понимаете, вот. Всему свое равновесие, это нужно понимать. Вот, поэтому вот здесь, естественно, нужно вот такие моменты понимать, что глобально, возможно, сюда придет, потом там еще раз сюда, и потом просто джу, молотом вниз. Вот, поэтому, не знаю, вот вообще, если по-хорошему, он должен уже потихонечку сейчас так падать, отрастет, будет падать, отрастет, будет падать, и так будет, возможно, продолжаться, а возможно и нет. Просто, чтобы вы понимали вот мои мысли вообще, как все может происходить. Естественно, в зависимости от того, что если он будет расти, вы должны понимать, что Сбербанк там и всякие вот это, такие прям голубые фишки, как их называют, там, хоть пусть розовые будут. Вот. Естественно, если валюта будет расти, бакс, то Сбербанк тоже будет в цене расти, там, Лукойл и так далее. Да? То есть это нужно понимать. Вот. Потому что все они под Америкой, как бы там под ее ступнями находятся. Поэтому тут все это взаимосвязано вот так. Вот. А многие другие российские компании в цене будут падать.
А вот когда начнет цена на бакс, когда начнет падать в цене, вот тогда и, естественно, Сбербанк там и так далее, такие подобные голубые фишки, они, возможно, тоже большинство из них будет падать в цене, а другие российские компании, они, например, будут наоборот сильно расти в цене. Вот, то есть вот этот момент просто учтите, поймите. И чтобы вам было понятно, если там какие-то прогнозы не отрабатываются на данный момент, ну, в Телеграме, вы должны понимать, что очень многое зависит от доллара к рублю, да, то есть особенно если российские компании там где-то сейчас что-то не отрабатываются, возможно, или не так цена идет, это все зависит от движения бакса, вот. Как только вот это движение поменяется, изменится очень многое на рынке, и больно будет очень многим всем. Сегодня у нас 4 марта, так, СВО у нас началось там, я не знаю, там когда, в феврале, в каком-то году, да, там 2 года назад, по-моему, это было, так, в 22-м, вот, и получается, так, немножечко уже все так, скажем так, подпривыкли, видите, как время быстро летит, да, 2 года уже прошло, и получается, сейчас многие подпривыкли, скажут, ну так, все нормально, ага, этот растет, тот растет, они так дальше будут расти, коррекция там, возможно, уже многие на коррекцию не рассчитывают, думают, наверное, а, ну уже там, что, весна, да, типа, как многие думают, что вот весной там все растет, банки как это публикуют? Они ж все красиво так пишут, что вот весной там все растет, летом все отрастает. А может произойти другая ситуация, понимаете? Вы на рынке находитесь, не в детском садике. Поэтому нужно понимать, что могут взять там в апреле, в мае просто взять и уничтожить всех просто. Просто кинут вот так и все за 3 дня. Вот. Поэтому вот эти моменты, их нужно, ну, всегда иметь всегда в виду, понимать, что у вас в портфеле лежит, и что взаимосвязано, а что не взаимосвязано. Вот. Что коррелирует там с баксом, что не коррелирует с баксом. Ну, типа взаимосвязано. Коррелирует это, когда один актив привязан к другому активу, и они приблизительно двигаются в одно направление, один вверх, другой вверх, второй, один вниз, другой вниз, то есть как два друга, да, две подружки. Вот, поэтому вот эти моменты учитывайте, и все, будет хорошо. Вот. Вам всем желаю космических процентов, профитов, давайте. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.